гости, уважаемые пациенты! Меня зовут Емельянова Мария Константиновна, я специалист по эстетической стоматологии клиники Мегастоп. Сегодня я хочу поднять такую проблему, как что делать, если у вас сколосило. В первую очередь надо понять причину спора. Причины бывают двух видов – травматический или функциональный. Травматический скол – это скол, когда вы, например, ели еду и надкусили какую-то косточку. Или, может быть, упали. Из-за этого скололся зуб. В этом случае вы можете просто в одно посещение сразу отреставрировать скол вашего зуба. Однако есть и вторая категория причин – это функциональные причины. Такие сколы возникают в том случае, если жевательная нагрузка зубочелюстной системы неравномерно распределена. Если это так, то восстанавливать просто скол зуба неэффективно. Такая реставрация долго не прослужит. Первое, что надо сделать, это сделать диагностику зубочелюстной системы, определить, где есть нарушение функции, устранить его, и только потом делать реставрацию постоянную вашего, предположим, резца. Вы спросите, как же я буду ходить все это время со сколотым зубом? На время, пока проводится функциональное лечение, мы вам сделаем замечательную временную реставрацию. Второй вопрос со сколом зуба. Из чего делать реставрацию? Варианта два. Первый вариант – это композитная реставрация. И второй вариант – это керамическая реставрация. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Давайте рассмотрим каждый вариант подробно. Композитная реставрация. Изготавливается быстро и относительно недорого. Однако у этой реставрации есть и свои минусы. Такая реставрация будет недолговечна, служит примерно 5-7 лет, а также быстро теряет свой внешний вид, поэтому требует уход, развод, полировку. Второй вид реставрации – это керамические реставрации. Керамические реставрации долговечные, красивые, и им не нужен уход. Срок службы таких реставраций примерно 10-15 лет. Однако изготовление этой реставрации потребует больше времени и более деньгозатрат. Уважаемые пациенты, я уверена, что в каждом индивидуальном случае мы подберем свой лучший вариант, поэтому приглашаю вас на консультацию в клинику Мегастоп. Спасибо за внимание.